покажу, не покажу. Там типа они тут нижнюю карту так вытащить, не получится. Это же двойной подъем. Это не вы, Мир, а двойной подъем. Тоже зеркальный вдвоем. Да. Белла, вот это у него будет. Баламутил, да? Что это такое? Что это такое? Это как тусуются обычно все люди. Ну, обычно все тусуются, как обычно все тусуют. Мы не люди, короче. Не люди. Да, все. Суровый, да. Вот это? Все. Как это? Это позже дойдем. Мне немножко надо бы размяться. А, ну да. Сейчас они музычку. Да, не Штамбур, Гроб. Хардрог давай. Киркоров. Киркоров. Ну что, не идет, не идет. Ладно, пока начну разминаться. Перетусуем, как обычно все тусуют. Так. Краплёные карты. Конечно. Я потом все дам посмотреть. Да не, реально. Открываю верхнюю карту, Джокер. Ну, понятная карта, Джокер. Вот сюда ее вперед. Джокер убрал в пачку, убрал в колоду. Еще раз так перетусуем, как обычно все тусуют. Так. И кто будет брать карту? Я. Берем карту. Ладно, я выберу сейчас. Вдруг этот Джокер, прям переворачиваем, открываем. Король, чуть-чуть не дотянули Джокера. Я еще не размялся толком. Король, такая карта на самом деле интересная, что она легко превращается в Джокера. Чуть-чуть по-другому сделаем. Точно так же открываю. Семь крестей. Вот сюда вперед. Семерочку спрятал. Вот сюда убрал. Беру верхнюю карту. Двойка. Нам нужна семерка. Если по ней щелкнуть, то она превращается в семерку. Теперь посложнее вещи. Теперь говорим стоп, говорим стоп. Карту запоминай, мне не говорим. Не говорим. Я показал всем. Я никому не скажу. Не говорим, не говорим. Я вот так вот закидываю. Я сейчас скажу. И еще раз срезаю. Карту помним. Да. Долго тренировался этому фокусу. Давайте кто-нибудь руку. Девушка, так? Ваша карта, дама пик, а вы в ответ говорите, дама была? Нет. Не, она плохо размята, переворачивается. Такой надежный Теперь так немножко размялись, посложнее вещи. Теперь говорим стоп. Карту запоминаем, мне не говорим. Всем показал. Все, вот сюда закидываю. Фокус длинный, очень интересный, всем понравится. Главное смотреть, что будет происходить. Еще раз так. Теперь я выберу несколько карт. Раз, два, три, четыре, пять. Выбрал пять карт. Поехали. Показываю пять карт. Собираю, подкладываю в колоде. И просто вам показываю, а вы молчите и смотрите. Раз, два, три, 4, 5. Вот ваша карта была здесь? Да, ну да. Была, да? Раз, два, три, четыре, пять. Ее давно нет. Так щелкаю, и она становится невидимой. Правильно, я вот так вот взял, перевернул и убрал в середину туда. Заметили? Раз, два, три, четыре. Так вот открываем, и у нас просто 4 карты. Ну как, ничего нет. Вот. Руку. Так вот открываем, и одна карта лежит. Браво! Солидная шлёпа, спасибо! Откуда вон уже денег карманы? Карманов нет. А теперь с чужами спойся. Дальше. Нет, только карты. Я понимаю. Правда, что вы не в первый десяток убили. Теперь говорим стоп. Стоп. Одну карту выбрали. Выбрали валет черный. У меня с собой есть куча разных карт. Да, валет черы. Карты пустые. Пустые карты. Пустую убираю. Вальта, черви подкладываю. Щелкну. И все карты становятся. Где там клейка, что ли? Рубашки с другой стороны вальты. Вальта убираю, пустую карту подкладываю. Щелкну. Теперь сложнее вещи. Это была разминка как бы. Сейчас более сложная. Все будут из бойлера пить. Толь, видео выложишь. Разница не будет. Так. Теперь поехали. Обязательно выложим. Он нажал снимай? На скоростную съемку поставь. По кадровому. Да, по кадровому.
Фантаст. Тот, кто берет карту одну, мне не показываем. Да, мне не показываем. И здесь берем карту, мне не показываем одну карту. Берем, мне не показываем. Запоминай. Теперь, чтобы я не видел, аккуратненько. Говорим стоп. Хоп, карту кладем сюда. И уберем вторую карту куда-нибудь подальше. Так. Так, кладем. Смотрите, запомнили две карты. Теперь я потусую. Но потусую, чтобы все запутать поинтереснее, лицом к лицу. Вот так вот. Это называется триумф. Вот так вот все будут карты лежать. Так, так. То есть, сейчас все покажу. Не идет. Здесь у нас карты лежат по-разному. Тут рубашка с рубашкой, тут лицом к лицу. Здесь рубашка с рубашкой, лицом к лицу. Вот так, вот так, вот так. Все, запутал, сам, походу, запутался вообще. Карты помним? Да. Я вот так магическое движение сделаю и перенесу только две ваши карты. Открываем и 4 из 7, две ваши карты. А вы в ответ говорите. Подождите, подождите. Ну я догадываюсь. Они нет? Нет. Я просто тут столько народу, я как бы волнуюсь. Колода мне подсказывает, колода тоже волшебная, что это сыщики. Смотрите, она подсказывает 4. Раз, два, три, четыре. Да. Тут есть, да? А тут 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пока все это дело, подождите, происходило, если еще вот об эту карту потереть, то тут все красные становятся карты, а тут все черные. Ну, нормально.